Многие из нас видели, как машина скорой помощи не может подъехать к жилому дому, где находится человек, нуждающийся в помощи. Если речь идет о спецтранспорте МЧС, то этой технике значительно труднее добраться до пожара. Зачастую в таких ситуациях жизнь висит на волоске. В связи с этим сотрудники ГАИ регулярно напоминают водителям, к чему может привести неправильная парковка. В очередной рейд с инспекторами отправились и наши корреспонденты. Картина, знакомая всем городским жителям. Во дворе многоэтажек десятки припаркованных машин. Часто в обход всех правил. В этот раз инспекторы госавтоинспекции выбрали для проверки дворы по улице Мазурова. В первом же из них нарушителей хватает. Все они получают сегодня устное предупреждение. За нарушение требований правил остановки и стоянки предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или наложения штрафа в размере одной базовой величины. В случае повторного нарушения в течение года штраф составит две базовых величины. Некоторые гомельчане, припарковавшие автомобили возле дома, удивлены, что это нарушение. Реакция у всех разная. Одни начинают спорить с инспектором ГАИ, другие жалуются на нехватку парковочных мест, а третьи предлагают варианты решения ситуации. Жильцы дома должны быть и участвовать в каком-то маленьком собрании по месту парковки, где как и правильно и кучнее парковаться. Передвигаясь от двора к двору, участники рейда наталкиваются на ДТП. Одной из машин помяли крыло. Инспекторы отмечают, что это распространенная ситуация. Автолюбители часто ставят авто не по правилам, и оно занимает часть дороги. Не слишком опытный водитель может по неосторожности повредить такой автомобиль. Зачастую неправильная парковка в дворовой территории может привести к ДТП, так как в дворовой территории приезжают водители, у которых стаж вождения не совсем большой и опыта недостаточный, поэтому ввиду нехватки расстояния при развороте бывает происходит ДТП. За 8 месяцев этого года за парковку на проездах во дворах со стороны тротуара, прилегающему к жилой застройке, инспекторы госавтоинспекции оштрафовали более 800 водителей, 330 из которых только в Гомеле. За аналогичный период прошлого года число наказанных автолюбителей было на несколько десятков меньше. За парковку в местах, в которых машина создает препятствия для движения специального транспорта, было оштрафовано более 350 водителей, 105 из них в Гомеле. Водители, нарушая правила остановки и стоянки во дворах, вы подвергаете опасности жильцов своего дома. Дети становятся невидимыми из-за припаркованных транспортных средств, и на них водители совершают наезды во дворовой территории. Также ваши автомобили мешают проезду экстренных служб, у которых каждая минута на счету, а также коммунальных служб, которые занимаются расчисткой дворовой территории. Инспекторы ГАИ в ближайшее время намерены научить водителей правильно передвигаться во дворах и арках, особенно в часы пик, когда все торопятся на работу или возвращаются домой. Как заверили в госавтоинспекции, кроме предупреждений и наказаний, организована информационно-разъяснительная работа в трудовых коллективах и организациях Гомеля.